Матч будівельник СК «Кривбас». Чемпіон проти аутсайдера. Поєдинок у тренувальній залі Палацу спорту. Перший для команди «Багацькіса» у Києві за понад 3 тижні. І зрештою радикально молоджений «Кривбас». Про все це ми поспілкувалися із тренерами обох команд. Мне нравится чемпионат в таком формате, но опять же, оговорюсь, что, во-первых, если это было бы с самого начала, допустим, если бы каждая команда, в зависимости от своего бюджета, могла, ну, некоторым командам, например, так как Днепру вообще не нужны, там, допустим, иностранцы, ну, я сказал, на нас бы, допустим, удовлетворили какие-то 2 позиции, какую-то команду, может, там, 2-3 позиции, но основная нагрузка, чтобы ложилась на украинских игроков, и тогда, понимаете, тяжело, когда люди, которые сидели на скамейке и помогали там 3-5-7 минут, сейчас становиться реально лидерами и понимать, что нужно тащить эту машину за собой, и как в защите, так и в нападении. Ну, были достаточно узкие задачи: выйти там 3-4 минуты отыграть, там получить фол, не дать легкий мяч забить. А когда нужно играть и создавать игру, это разные вещи. Мы, скажем так, наигрываем команду на следующий сезон. Если так брать, приятно, когда зритель так близко и здесь акустика получше, да, но сама игра, по-моему, была отвратительна. Игрокам, зрителям, конечно, понравилось 108 очков или сколько мы там забили, да, но мне стыдно за то, как мы играли, честно говоря. Все-таки иногда надо сыграть какую-то игру дома. Я сейчас уже не помню, из последних 6 или 7 игр мы вот 6, кажется, провели на выездах, да, так что нам не привыкать такая работа. И очень важно, чтобы игроки это тоже так считали. Они на словах, что давай, давай, let's go, а выходят на поле, выглядят клоуном.